продукция очень хорошая, она молодежная, все вещи, которые сейчас в тренде, поэтому на каждый день Everyday и классика все присутствует. Мне очень понравилось, но больше всего мне нравится Алла Пугачева. А то, что она делает такие коллаборации, дает свое имя под качественными, красивыми и трендовыми вещами, это очень круто. Я и не ожидала, что обувь будет такой модной, потому что мне очень нравится, допустим, обувь с принтом. С фламинго есть там туфли и крутые туфли с микрофоном. А обувь должна быть красивая, модная, удобная. Мне кажется, это прекрасная коллаборация, и я думаю, что она будет иметь успех у покупательниц. Коллекция мне очень понравилась, отвечает всем тенденциям современной моды. Буду носить, мне очень понравилось пару моделей, прям классно. Мне, во-первых, коллекцию повезло видеть раньше, вообще, чем всем она была явлена. Пожалуй, это архитектурные каблуки, это то, что вообще компания на моих глазах в том числе изменяется, и этот прогресс, конечно же, он, мне кажется, он не может не радовать, потому что продукт становится абсолютно международного уровня, и это очень приятно. Вот то, что делает Коника и ее коллаборация с дизайнерами, с теми людьми, которые интересны Конике, из разных областей, уверенно будут очень востребованы и в Америке, и в Австралии, и в Германии, поскольку вот это соотношение цена-качество, оно просто бесценно. Такое мало кто может на международном рынке представить, правда?